московском метро переименовывают станции. Речь идет о двух транспортно-пересадочных узлах в деловом центре Москва-Сити. Первый включает в себя станции «Деловой центр» Солнцевской и Большой кольцевой линии и станцию «Выставочная» Филевской линии, которую переименовали в «Деловой центр». В принципе, она вернула свое прежнее название, ведь до 2009 года она также называлась «Деловым центром». Второй транспортно-пересадочный узел в деловом центре был переименован в Москва-Сити. Это станции Тестовская 1 и 4 диаметров, станция «Деловой центр» МЦК и станция «Международная» Филевской линии. Итого, новые названия получили 5 станций. Но вопрос, зачем? По задумке, так пассажирам будет проще ориентироваться в транспортных узлах Москва-Сити и строить удобные для себя маршруты. Как вам изменения?